Привет, ребятки, вы на канале Duda Play, мы продолжаем играть в игру Zombie Road Trip. Давайте выберем наш автомобильчик. Сегодня я хочу поиграть за зелененький, за зелененького. Так, давайте, поехали. Вот у нас он прокачан, кстати, автомобиль. Давай, заводись, быстрей. Быстрей. Вот такой вот автомобильчик у нас, зелененький. Мы его прокачивали. И достаточно-таки неплохо прокачали. В прошлых сериях. Есть у нас автомат. Может быть, возможно, я сегодня какую-нибудь автоматику... Ой, взорвался. Давай быстрее. Может быть, успеем. Так, сейчас мы сделаем кувырок. Так, сделаем турбо небольшое. Ой, видишь, ребята? Даже мы взорвались, но мы нормально едем. Все, оторвались от них. Вторая база. Надо, короче, автомат мне купить. Ну, какой-нибудь другой. О, билетик. Стреляем. Есть! Лотерейный билетик мы заработали. Посмотрим, что у нас будет там с этим билетиком. Опа! Встали хорошенечко на колесики. Так, крутимся. Опа! Отлично. Не знаю, почему-то нам ничего не дали. Может, смысла нет в этом кручении. Ого! Турбо. Турбо улучшение. Так, третья база. У нас, ребята. Максимально мы до 5 баз доезжали. О, лотерейный билет. Надо его сейчас попробовать пострелять. Есть. У нас уже два лотерейных билетика будет. Что весьма неплохо. Так, давайте сделаем кручение. А-а-а, взорвались. Давай, быстрее. Может быть успеем, ребята, может быть и нет. Опа, давай на ускорение немножечко. Так, 3000 метров у нас до новой базы. Ой, пожалуйста, давай доедем до третьей базы. Все, вроде бы оторвались. Да. Надо что-то с оружием делать. Надо оружие какое-то другое покупать. Так, итого у нас... Опа, нормально все. Сейчас доедем до базы. 1000 метров, еще очень много. Все, сожрали меня зомбари. А, давайте крутанем спиннер. Посмотрим, что нам выпадет. Соточка. Реально? Или что? Не понял я. Выпала сотка или нет? Так, ну, я не помню что-то. Ладно, поехали дальше. Оружие. Вот это вот оружие. Полторашку стоит оружие. Офигеть, ребята. Оружие много. Оружие немного. Кстати. Оружие не сильно и много. Ладно. Поехали. Зарабатывать дальше. Может, машинку поменяем? Давайте поменяем машинку какую-нибудь другую. Может быть, вот такую Бугатти зелененькую. Все, давайте поедем на зелененькой Бугатти. Давай, заводи моторчик. И поедем. От зомбарей. Видишь, зомбари хотят нас поймать. Так, ну это прикольно, кстати, желтенькая машинка. Я далеко почему-то на ней всегда уезжаю. Сейчас проверим, как сейчас получится, нет? Далеко уехать. Ой-о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 й. Плохо встали мы не на колеса. Вот, сейчас уже получше. Ой, отлично, прям отлично, смотри. Сейчас ускорение мы возьмем. Так, у нас она прокачанная машина все равно. Но я не помню, один раз я ее прокачал, наверное, только. Один раз, да. Ее можно прокачивать, ребята, минимум 2 раза. Может быть и больше. Но в основном здесь оружие дают. Оружие. Короче, надо не машинки прокачивать, ребята, а оружие. Вот что я понял. Так, не знаю, сколько мы сейчас заработаем денег с вами. Я уже... Ну где-то, ребята, где-то 150 монет. Это точно мы зарабатываем за одну ходку. За одну катку. О, 1000 метров до базы. Потеряли мы скорость из-за этого чувака. Зомбаря. Потеряли немножко, да, скорость. Так, вот, все отлично, третья база. Если получится, конечно же, я куплю новое оружие.
Так, билетик, 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 билетик. Есть. Отлично, билет мы получили лотерейный. С лотерейным билетиком. Что-нибудь выиграть. Ребята, вообще вы верите в лотерейные билеты? Не знаю, вы хоть раз бывало, что покупали лотерейные билеты или нет? Я знаю, у нас на почте лотерейные билеты продавали всегда. Бывали по 10 рублей, ну по 10 рублей не знаю, но по 25 рублей я помню, были лотерейные билеты. Были по 100 рублей. Это самые, мне кажется, дорогие лотерейные билеты по 100 рублей. Обычно рублей 50 они стоят. В среднем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, привернулись, взорвались. Давай, быстрее, машинка, давай-давай-давай. Смотри, зато у нас новенькая такая чистенькая машинка. А, все-таки меня споймали, да. 128 монет всего лишь мы получили за катку. 128 монет, это очень-очень мало. Ну давайте в спиннер крутанем. Может быть, нам повезет? Так, давай-давай. Нет, не повезло. Еще раз крутим. Угу. 25 монет. А, ну, блин. Их проще, наверное, продавать нафиг. Так, есть у нас что-то типа автомобиля. Типа улучшение. А, нет, мы можем... Да, мы можем купить улучшение свинки. Нет, мы, ребята, копим на оружие, как вы догадались. На такое вот я хочу купить оружие. Ага, ладно. Давай возьмем тогда пистолет, посмотрим с пистолетом. Так, а машинку мы поменяем, возьмем мамонта. Да. Мамонт вообще прикольный. Он быстрый, мощный, красивый, пушистый. И у него есть шипы. Шипы и колеса. Так, давай попробуем. Мамонт, покажи. Покажи, как ты умеешь быстро ездить. Нифига, нифига. Что-то ты крутишься. Как-то не очень хорошо. Так, ну и пистолет он прикольный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мамонт, давай это, не подведи меня. Не подведи, слушай. Опа, давай ускорение. Так, вторая база. Смотри, мне кажется, на мамонте я быстрее до базы доехал, до второй, чем с прошлой машинкой. Давай, едь, мамонт. Может, у мамонта скорость, слушай, побольше, чем у обычных машинок. Я вот это не могу сказать точно. Но мне он нравится, мамонт. Прикольный. Быстро едет. Так, 500 метров осталось у нас до новой базы. О, да, третья база, ребята. Третья база. Давайте будем стрелять. Здесь главное, чем больше база, тем нам больше дают денег за убийство зомбарей. Но желательно их стрелять из пушки зомбарей. Тогда дают максимальное количество денежек. Ой, взорвались мы, ё-моё, давай, пожалуйста, не умри. Ой, все равно он быстро едет, мне кажется. Давай, пожалуйста, до базы еще далеко. До базы еще, ребята, далеко. Ой, съели меня, офигеть. 134 монетки мы заработали. Так, давайте спиннер покрутим. А, ну ладно, 10 монет. Можно вот эти 25 монет продать? Вот, все, мы продали эти монеты. Ой, монеты, лотерейные билеты. На 1000 можем купить какой-нибудь автомобильчик. Новый. Нет, не можем. Так, а зачем нам автомобиль покупать, если мы хотим оружие все-таки купить? Я хочу вот эту Зилу купить. Прикольно. The Trurex. Trurex. 5000 стоит. Дорого. А оружие у нас полторашечку. Полторашечку. Ну, я думаю, мы это заработаем. Полторашку, почему бы и нет. Поехали. Полторашку мы заработаем смело. На каждой катке у нас получается, мы зарабатываем 130 монет где-то. 138 монет было. Так, сейчас посмотрю, сколько за убийство. Одну монету дают, ребята, на одной базе всего лишь одну монетку дают там. Капец. А, ну вот здесь сверху и показывают, сколько мы монет, ребята, за одну катку выигрываем. Ой-ой-ой, что-то у меня машинка начала кружиться.
О, так, два коинс написано. Два коинс, типа за убийство зомбаря буду давать по два. По два коинса. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, по два. О, это лотерейный билетик, что-то я не увидел. А за убийство с автомата дают 4 монеты, прикинь. Так что надо стрелять. Вот, постоянно. Ой, хорошо. Хорошо, ребята. 60 монет уже заработали. Так, 3 коинс. Теперь по 3 монеты буду давать. Все, хорошо. Кто-то повесился, смотрите, ребята, там на дереве, видели, на заднем фоне? Чувак какой-то, прикинь, не выдержал, видимо, зомби-апокалипсиса. И повесился. Но мы вешаться не будем. Мы будем на машинке уничтожать зомбарей. Вот таким способом. Вам стрелять их, убивать. О, 117 монет уже. Уже неплохо. Уже хорошо. Вот, 138. Уже 138, ты понял? Уже очень 150 монет, офигеть. Может быть, мы заработаем 200 монет? Вот этот жирный всего лишь дали 3 монетки, это мало. Давай, 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 мы сейчас должны проехать. Подальше, побольше. О, есть! 4 монеты, ребята, нам будут здесь давать. Да, по 4 монеты это не особо много. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Давай, давай, давай. Вот ускоритель мне прям понравится. Может, все-таки надо покупать нам, ребята, этот самый, как его? Брать автомат все-таки. Опа, вау, все. А почему ускорение не включилось? Вот, все, теперь включилось ускорение. Сейчас попробуем на базу какую-нибудь выйти. Опа, нифига, взорвался, ё-моё, очень плохо, очень плохо. Сейчас зомбари за мной будут идти сзади. А так я очень много сделал. Кувырков прям очень много. Может, я до новой базы дойду? 4500 метров. 4,5 километра, ребята, новая база. О, 4 километра. Давай, пожалуйста, пожалуйста, машиночка. Мутантик мой, мутантик. Давай, давай. Доедем, доедем. Я в тебя верю. 3000. Всего лишь 3000 каких-то метров. Давай, давай, давай. Вот, вот, молодец. Мутантик мой. Я хочу посмотреть, какая там будет база. Новая. Опа! А почему не ускорился? Почему не ускорился? Ё-моё, смотри, эти нагнетают меня, нагнетают. 500 метров всего лишь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, давайте здесь делаем кувырок. Да ну почему? Есть! Есть, есть, новая база, ребята. Хорошо. Так. Ё-моё, только не взорвись. Так. 8000 метров до новой базы. Я не знаю, дойду я или нет, 8000 метров. А мы, ребята, уже, смотри, сколько монет заработали. 500 монет. Офигеть, просто я не верю своим глазам. Так. Ой-ой-ой, до базы 6000 метров. 6500 метров. Ай-яй-яй-яй, все, меня сожрали. Просто-напросто меня, ребятушки, споймали и сожрали эти зомбарики. У нас 3. Давайте продадим их. Вот так. Нормально. Все.